Всем привет! Вы на канале ТКВКТВ, и сегодня снимать третью часть моего прекрасного сериала «Дракон в скрытом мире». И давайте начинать. Это третья часть. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если вам нравится эта идея. И что ж, поехали. Дорогая, дневная фурия, где ты? А, да, я уже лечу, да, я здесь. Что случилось, Бисбек? Ты не видела случайно Луну? А, нет, конечно, я не видела ее. Вот я ее сама ищу. Хотела у тебя спросить, но ты ее сама, кажется, ищешь. Да, я только помню, как она куда-то полетела. Скорее всего, к ее друзьям, но я не знаю, где она. Просто мне нужно ей всякие лекции почитать, что она королева, еще там уроки разные. Да-да, я тоже ее хотела позвать на свой урок танцев, чтобы она научилась красиво танцевать, все такое. Но я ее не нашла. Я ее искала везде, я спрашивала всех своих знакомых, но я ее не нашла. Ничего, не паникуй, мы ее найдем. По крайней мере, я надеюсь, что мы ее найдем. Ну, далеко она не смогла улететь, как же? Она же не может даже из скрытого мира вылететь. Ну, это логично. Беззубик, привет. Привет, дневная фурия. А, Грангильда, привет. Грангильда, что, привет, что-то произошло? В смысле, вы не знаете, что произошло? Родительница еще называется. Ваша дочка вообще-то сбежала из скрытого мира, поздравляю. В смысле сбежала? Что? Ну да, она была замечена вылетающий из скрытого мира. Фу, еле долетела до вас. Правда? Да не буду я вам врать, что ли, а? Ну, правда, ее видели, как она улетела из скрытого мира. И никто не знает, где она. Ух, надо ее отыскать. Я согласна, и тогда ей попадет. Ой, долетела. Спасибо, Грангильда, мы будем знать. Большое спасибо. Ладно, ребят, пока я полетела. Ой, прости. Ну, я ее устрою, когда я узнаю, где она там ходит. У нее больное крыло, она еще решила улететь из скрытого мира. Да, я тоже. У нас вообще сейчас должен быть урок танцев. Ох, я сержусь на нее. Ну, мы поняли тебя. Да. Ладно, полетели. Полетели. Ну, конечно, нам нельзя нарушать правила, но ради дочки мы готовы на все. Да, полетели. Так, дневная фурия, не отставай. Где ты? Я уже тут. Вот вода, но она же не могла утонуть. Я надеюсь. Подожди-ка. Я тоже ее чую. Так, думаю, нам надо ориентироваться по какому-нибудь ближайшему острову. Я знаю, где ближайший остров от скрытого мира. Я же тут жила, я знаю, где он. Там очень много драконов, они все дружелюбные. Я очень надеюсь, чтобы там никаких не было злых. Вот туда надо лететь. Ох, найду ее, ей просто попадет от меня. И от меня тоже. У нас должен быть урок, что это такое. Да, логично. Ладно, полетели. Еще надо лететь. А вон остров, я увижу вдали. Да, мне кажется, что логично, что ее не может далеко отнести волной, если она, допустим, упала. Или она не может приземлиться в каком-нибудь дальнем острове. Мне кажется, она там. Мне тоже. Сейчас надо полететь и проверить. Только я, наверное, стану невидимой, а то я боюсь. Да не бойся, ты со мной. Ну, хорошо. Хоть бы мы ее нашли и полетели. Так, демон, спокуха. Вообще-то я поймала эту дракониху не просто так. Это называется бизнес, нам нужно ее продать. Да ты мне обычно всегда подчинялся так. Хочешь, чтобы я свое оружие достал? Ой, вижу, кто-то у нас влюбился, да? Влюбился в эту непонятную фурию? Нет, давай, дружище, мы ее лучше продадим. А то я тебя самого продам. Давай-ка тут мне не спорю. Я сказал тихо. Сказал тихо, ты глупое создание. Если ты не будешь мне повиноваться, то я тебя просто прикончу, как и ее.
Да, мы ее прикончим, понял? Сказал, подчиняйся мне. Вот так вот, стой тут. Мы ее пока что не убьем, не бойся, твоя подружка еще жива. Пока что. Слава богу, что она спит. Подчиняйся мне. Давай, помоги мне ее оттащить. Давай, давай, я сказал, глупый дракон. Давай, быстрее. Что? Что? Кто вы? Что? Что это такое? Кто вы вообще такие? Эй, отпустите меня! Бей его, длинная фурия. Давай, уничтожим этого глупого человека. Что, драконы? Да что ж такое? А, я боюсь вас. Все, 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 отпустите меня. А, да нужна мне эта фурия. А, демон, помоги мне, защити меня. Сказал, защищай меня, ты бесполезная рептилия. Ай! Что ты делаешь? Кто ты вообще такой? А, ладно, разбирайся сам. Так, а ну-ка объясняй, кто ты такой, сейчас же. Зачем мне вам что-то объяснять? Я вообще не знаю, кто вы такие. Я еще раз говорю, кто вы такие. Тебя это мало волнует. Если ты не знаешь, что ты ненормальная ночная фурия. Вот этот дракон, которого пленил вот этот человек, твой человек, он не мой, я вам говорю. Это наша дочь. Ваша дочь? Что? Да, а тебе что-то не ясно? Сейчас мы тебе по морде зададим. Тихо, подожди. Ты что, еще одна ночная фурия? Я не еще одна ночная фурия, я просто ночная фурия-демон. Что Луна делает тогда у тебя в пещере? Я ее просто спас. Ну, смотри, если ты ее хотел убить, то мы тебя самого убьем. Да, понял, больше к ней не подходи. Потому что ты предатель. Драконы никогда не предают друг друга. А ты ее хотел убить вместе со своим хозяином. А? Что происходит? А? Что? А? Мам? Пап? А? Доча, ты в порядке? Да, ты в порядке? Давайте им поможем. А? Что? Где я? Я дома? А, привет, Луна. Привет. Демон? Что вы тут все делаете? Мы вообще-то убивали того, кто тебя пленил. А, что? А почему я в цепях? Берите это с меня. Я знаю, как это распутать. Давайте помогу. Так, перевернись. Вот сейчас. Так, фу, надо убрать эти цепи. Ты в порядке? Да. О, демон, спасибо. Спасибо. Такой добрый. Добрый? Он вообще не добрый. Почему ты так думаешь? Потому что он был заодно с этим человеком. Сейчас этот костер вообще потушу. Почему вы думаете, что я был заодно с ним? Потому что это твой хозяин. Нет. Так, доченька, живо домой. А ну-ка полетели. Нет, я останусь здесь. Демон, он очень добрый и хороший. Ну, я не знаю, он вроде предатель. Да я вообще не предатель. Я же говорю, этот человек, он управляет мной. Ну, хорошо. Давайте лучше я слетаю за рыбой, потому что, мне кажется, вы все голодные. Надо им доказать, что я хороший дракон. Причем мне правда нравится Луна, она такая красивая. Ладно, пойду порыбачу. Стой, дракон! Да нет, я наоборот хочу извиниться. Я слышал, ты хотел рыбу наловить, да, для своих новых друзей? Да, это рыба. Я решила скупить вину и дать тебе пару рыбешек. Думаю, этого хватит, как бы. Они очень большие, вот, то отнеси своим друзьям. Прости меня, я правда себя как-то ужасно вел. Прости.
Да-да, отнеси это им понравится. Тупой дракон. Он не понимает, что его рыба была покрыта слоем яда. Шикарно, шикарно. Так, драконы отравятся, и можно будет их забирать. Хорошо так. Хорошо. Не зря я взял с собой эту бутылочку шикарного яда для драконов. Ну ладно, так. Главное, надо все сделать быстро, а то яд может пройти быстро, ты смотря какой дракон. Ладно, но главное, у меня получится их отравить. Ну и где он там со своей рыбой? Вот я говорю, уже принес. О, рыбка! Ну-ка, ну-ка, дайте-ка понюхать. Какая-то она странная. Беззубик, тебе не кажется, она странно пахнет? Да нет, вроде нормально. Да нормальная рыба, чего вы пристали? Очень даже натуральная. С моего острова. Да, и мне кажется, что она очень выглядит аппетитно. Причем с каким-то, мне кажется, она блеском. Я попробую. Ну, мы тогда не будем есть, я думаю, как вам лучше поесть. Ну, хотя я не знаю. Ну, мы съедим, ладно. Как бы что, рыба ничего плохого не сделает. Причем я первый попробую. Довольно-таки вкусная. Да, и вправду вкусная. Ну вот, а вы говорили, что странная какая-то, странная. Да, в принципе, что тут странного? Ладно, давайте, может быть, уже полетим там. Ой. Луна, что с тобой? Луна, что с тобой? Она дышит, она в обмороке. Помогите, у меня все болит. Что ты сделал? Я? Да вы издеваетесь надо мной. Что я сделал. Я поймал рыбу, я вас принял к себе в пещеру. Что ты сделал с ней? Я? Да я вообще ничего не сделал. Я стояла рядом. Ты ее что, убить хотел? Сейчас тебя убью, сейчас тебе попадет от меня. Да подождите. Ой, что? Что с ним происходит? Подожди-ка, там еще осталось несколько рыб. Я, кажется, знаю, что с этой рыбой. Да, так и знал. А что, Беззубик, что? Когда я еще был, так скажем, драконом мелкий, и я летал с Икингом, то я знаю, это что-то очень подозрительно похожее. Мне кажется, это какая-то трава для драконов. Я что-то такое помню. Но в крайнем случае нам придется их излечить. Но это легко, у нас везде травы много такой лечебной, поэтому я за ней слетаю. Вот пучок. Так, вот пучок травы. Да, я думаю, это поможет. Давай первой луне, давай. Держи. И ты держи. Спустя 1 час. О, мне стало лучше. Что со мной? Что? Подожди, Луна, это ты? Кто ты такая? Кто вы такие вообще все? Демон, все хорошо? Кто вы такие? Не подходите ко мне. Не подходите ко мне. Что ты делаешь? Стреляй в него. Нет. Я сама все делаю. Ау. Мне кажется, ему надо больше травки. Спустя еще 1 час. Луна? Господи, мне приснился ужасный сон. Какой? Как будто я обезумел. Ну, это не сон, но ничего страшного. Что? Да, вообще-то ты хотел всех убить, как бы. Извините. И простите, что я принес какую-то странную рыбу. Мне кажется, она была отравлена. Ах, он гаденыш. Он... Кто? Мне человеку и дал. Ты что, с ума сошел брать у этого охотника? Охотника? Кто такой охотник? Ну, это тот, кто охотится на драконов. Ладно. Ну, я думаю...
Ну, я думаю, что нам пора уже всем лететь в скрытый мир. И я концентрирую, что всем. И ты, демон, летишь. Что? Здорово! Тебе там очень понравится. Мы летим вместе. Ура! Это точно. Ладно, давайте тогда полетели. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока. Жми на follow, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня.